Дорогие друзья, единство Божьей Церкви проявляется не только на словах. Много раз на деле было доказано, что братья и сестры помогают тем, кто страдает. И сейчас нашим единоверцам вновь требуется ваша помощь. 24 октября в 21:20 поступило сообщение о пожаре в доме многодетной семьи Антоновых. Эта семья проживает в России в 50 километрах от города Томска. Так как пожарной части рядом нет, то к моменту приезда пожарного расчета спасти дом было уже невозможно. По милости Божией, никто из взрослых или детей не пострадал, но имущество, документы, одежда сгорели. Сейчас семью Антоновых приютили верующие. Сергей Петрович и Галина Васильевна воспитывают 10 детей. Помочь этой семье можно деньгами и вещами. На экране представлена таблица, где указаны возраст и рост каждого члена семьи. Средства можно переслать на карту Сбербанка, реквизиты в описании. Также можно воспользоваться сервисом Соберу, используя любую банковскую карту. Все ссылки также найдете в описании. Божьих благословений!